И в конце выпуска вновь хотим напомнить, в ночь с субботы на воскресенье стрелки часов необходимо перевести назад. Перевод часов в Украине делают дважды в год, весной и осенью. Вначале время переводят на час вперед, в последнее воскресенье марта, а затем в последнее воскресенье октября возвращают назад. Основная цель перевода времени – экономия электричества, ведь летом световой день длиннее, а осенью он сокращается. Светлеть начинает гораздо позже, а темнеет раньше, поэтому добавление часа осенью и его изъятие весной считают целесообразным. Однако врачи утверждают, что перевод времени негативно сказывается на нашем здоровье. Этот процесс нарушает внутренний ритм нашего тела, который регулирует режим сна-бодрствования, ощущение голода, выработку гормонов и график производительности. Ведь, как показывают результаты исследований, наши внутренние часы не подстраиваются под зимнее или летнее время, они адаптируются к меняющимся циклам солнечных лучей.